С какой мы сейчас сцены? А сцена о Сесиле Глэндлин, где они ругаются. Хорошо. Замахивается дневником. Текст роли выучен, костюмы готовы, реквизит подобран, декорации смонтированы. И сцена наполняется жизнью. Театрально-концертный центр «Щелковский театр» готовится встретить зрителя. Театр – это волшебство, воплощенное на сцене. И как у любого волшебства, у театра есть свои периоды и сроки. Один из ключевых моментов – театральный сезон. Это время, когда сцена возрождается после летнего перерыва и готова подарить зрителям новые впечатления. Предстоящий театральный сезон особенный. В этом году театрально-концертному центру исполняется 10 лет. Все это время он радует зрителя новыми спектаклями и концертами. Первая, самая главная постановка в новом сезоне – спектакль «Как важно быть серьезным» по пьесе Оскара Уальда. Эрнест! Я тотчас же поняла, что мне суждено полюбить именно вас! Квендер, вы действительно любите меня? «Как важно быть серьезным» – это название каламбур. Слово «Эрнест», означающее по-английски «серьезный», звучит так же, как имя Эрнест, которым представляются два персонажа пьесы. Однако их никак нельзя назвать серьезными. Для режиссера спектакля Екатерины Кузиной эта пьеса, безусловно, о любви. Я надеюсь, что мой спектакль поможет людям, пусть на короткое время, но найти в себе этот свет, смех, улыбки, послушать прекрасный текст, увидеть тонкий юмор, посмеяться со всеми и что-то подумать, возможно, но совершенно точно с улыбкой на лице. Екатерина Кузина проповедует русский психологический театр, о котором всю жизнь говорил Константин Сергеевич Станиславский. Он разработал метод работы актера над собой, когда сначала роль проживается внутри себя, чтобы потом стать чувствами, эмоциями, реакциями на сцене. Я всегда знала и придерживалась такого мнения, что мужчина, вступающий в брак, должен знать все. Все. Или ничего. Или ничего. А что вы знаете? Актерская профессия невероятно интересна. Ты можешь оказаться в любое время, в любых обстоятельствах и совершить такие поступки, которые в реальной жизни невозможны. Актер имеет полное право стать на время другим человеком. Это другое время, это другая эпоха, другие манеры, поведение, жесты, абсолютно все. Другая мода, другие разговоры. Расскажите нам о своей героине. Какая она? Какой у нее характер? Она со стержнем внутри. Она целеустремленная, потому что добивается она своего очень хорошо. Она комедийная, но при всем при этом, на мой взгляд, она верит в любовь. Для создания спектакля недостаточно режиссера и актеров. За кулисами над спектаклем работает целый коллектив. Реквизитор, костюмер, гример, рабочая сцена, режиссеры по свету и звуку. И это далеко не все. Большая команда работает ради общей цели. Я могу сказать о нашей работе и про прошедший сезон. Ну и вообще, что ребята все молодцы. И цеха, и актеры, и режиссеры, и все службы, которые работают в театре, они все молодцы, но нам есть куда стремиться. А стремиться определенно есть куда. Впереди театрально-концертный центр ждет сезон, наполненный множеством сюрпризов. Помимо постановки «Как важно быть серьезным», зрители ждут спектакли «Карлик нос» для детей и подростков. Два спектакля по федеральной программе – это «Русская классика. Вишневый сад» и «Маугли», поставленные в пластической форме. Множество проектов духового оркестра. Также продолжают работать детская театральная студия, студия ораторского мастерства для взрослых. А еще запускается новый проект – студия мюзикла, где ребята будут и играть, и петь. Да и это еще не все. В этом году мы решили внести еще одну интересную форму. У нас ожидается премьера спектакля. Спектакль за столиками. Спектакль, который пройдет совершенно в другой обстановке. Не в зрительном зале на сцене, как мы привыкли, а столики для зрителей будут располагаться в фойе. Артисты также будут сидеть за столиками. Это иронический практикум по психологии семейных отношений. Открытие нового театрального сезона состоится 1 сентября. На подмостках прозвучат джазовые композиции в исполнении солистов и музыкантов Щелковского эстрады.
эстрадно-духового оркестра, а в 18:00 состоится премьера спектакля «Как важно быть серьезным». Совсем немного остается до того момента, когда Щелковский театр распахнет свои двери для зрителей. Любите театр, ходите в театр, увидимся в театре. Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.